13 лет назад я пришла сюда, потому что мои родители отдали меня. И я благодарна им очень сильно. Дар для меня – это семья, это любовь, это счастье, это поддержка. Только здесь мне могли дать столько позитивных эмоций, столько любви. И у меня здесь теперь очень много близких друзей. Мы все очень хорошо общаемся, у нас очень много было веселых моментов на конкурсах, просто на обычных тренировках. И я думаю, что несмотря на то, что мы выпускаемся, мы все равно останемся навсегда друг другу близкими. Я надеюсь, что эта семья никогда не распадется, что мы будем всегда вместе. Так и будет, я даже на это не сомневаюсь, потому что мы семья. Я этих всех люблю. Я благодарна ребятам и моему руководителю за то, что мне привили любовь к танцу и за то, что я выросла таким человеком. Спасибо вам, Людмила Николаевна, за все. Я рад, что вы мне подарили такую возможность. Спасибо, что заметили во мне талант. Танцы – это то, что идет только от души. Это часть меня.